здесь на FIBA, на BioTech USA. Пройдемся по выставке, посмотрим, что здесь. Много всего. Одежда, оборудование, народу полно. Людей, кстати, гораздо больше, чем Dubai Muscle Show. Вы же видели Dubai Pro. Dubai Muscle Show здесь поинтереснее. SkyTech, BioTech USA, все наши. Здесь Ulysses, Stephanie Davis, представители компании. А здесь, смотрите, надо провисеть. Платформа. С платформы встаешь, хоп, время пошло. Вот это круто сделано. Но народ любит халяву. Подписываешься, оставляешь свой адрес почтовый или там телефон, и тебе дают какой-нибудь ништячок. Ну и вот очень много людей. Сегодня, правда, еще пятница. А в пятницу обычно людей поменьше. Вот, а выходные вообще будет плохо. Давай, давай! Халява, приди! Почти. Сейчас соревнования проходят по калистенике. Парень сделал 26 выходов силы. Смотри, это зубы отбеливают просто. Нормально. Здесь массаж. Массаж, массаж. Это что-то новенькое, обожаю такие штуки. Смотрите, он как будто там на лыжах, да? На лыжах. Надо балансировать и показывать, как ты двигаешься. Вот это клево. Что, тяжело было? Как это сейчас называется? Геймификация. Вон, например, управлять телом. Значит, управлять телом в лежачем положении. Мяу. Фиба, Никс. Эмноски курик. Катя Крейзи Джампер клуб. Что-то новенькое. Ох. You like it? Nice? No. Фитнес-парфюм. Подушки, пожалуйста, подушки. Фитнес-подушки. Косметика какая-то. Да, тут что-то и для волос, и для кожи какие-то оздоровительные штуки. Вкусняшек много. Аксессуары. Здрасте. Тайкан. Какая технологичная штука, смотрите. Космический аппарат. Как зеркало плюс телевизор. И вот тебе, пожалуйста, очень маленький и очень технологичный. Блин, они реально сидят, зубы отбеливают. Во прикол. Просто за столом. Что за хрень? Какая-то капсула для похудения. Инфраслим.
Так, это какой-то тренажер для лица получается. Смотри, ты. Да, вот, это зачем? Да, немножко. Товары для здоровья. Фитнес бывает разный. У нас же мышц много. В лекции народ не очень любит, я так понимаю. А как на курс приходит? Давай, Вася! Я себе такие ручки для зала купил офигенные. Я потом сделаю обзор, вообще революция. И вот эти мне еще нравятся. Блин, я бы себе на даче купил так. Холодап называют. Ванна, короче, залезаешь туда в холодную воду и кайфуешь. Массаж. No, I have to go, sorry. Nice. Da können Sie Challenges annehmen, die wir da bieten, unsere schöne Giveaway. Gesagt wird uns verfügen, dass auch die Bodenmauer gibt, die nach Geld fragen. Ребятки, прошло 3 часа. Я прошел 4 зала. Еще 6. Огромная выставка, реально огромная. Просто очень большая. Это вообще не про бодибилдинг. Здесь прямо все, что связано с красотой, со здоровьем, с занятиями, любыми, с любыми занятиями. Вся физическая активность, все, что касается ходьбы, игр, различных аэробики, чего только нет. Это сегодня еще людей немного. Сегодня B2B, типа бизнес. А завтра и в выходные sold out, продано. И они пишут, что около 200 тысяч человек за 3 дня проходит на этой выставке. 6, 7, 8, 9, 10, go. Офигеть! Смотрите. 2 минуты держим. Пакеты по 7 килограмм. Обалдеть, вот это монстр. Тут еще военные сделали площадку, этот Бундесвер, солдат. И круто сделано, у них прямо вот эти препятствия надо проходить. Выглядит офигенно. Здесь вестибулярочку проверяют. Йоу-йоу-йоу. Но здесь надо по мишеням пострелять. Есть, потом пролезть внизу. Забраться там, пройти поверху. Здесь подпрыгнуть. Потом надеть бронежилет отсюда, короче, пролезть под этой машиной. Вылезти, подпрыгнуть, что-то там присесть, перетаскать, куда-то поднять и дальше. Да, прикольно прям. Ты наряжаешься, берешь автомат, бронежилет и поскакал. Давай, давай, давай. Вообще. Nice. Кайгрин каждый год рекламирует разные продукты. Что-то долго на одном месте не задерживается. Любит поговорить. Он рассказывает истории, а народ ждет. Какие дизайнерские штуки. Как в Академии бокса. Кайф. Balance Sport. Все здесь.
Вот это, наверное, приятная штука. Вот это надо попробовать. Такой массаж. Так, это, по-моему, знакомые ребята у нас. А, это реально очень приятный фрик. Сидишь такой, кайфуешь. А я... Очень понравилось. У кого там мебельное производство? Бизнес-идея. Из фанеры, вот, тренажеры, пожалуйста. Больших денег стоит. Прикольно. Хочешь, ходи. Хочешь, стой. Качайся. А это Милан. Мы в Узбекистане встречались. Нам показывали все, семинар проводили, сколько. Вертикальный жим ногами, гак. Вот эта машина интересная. Новенькие штучки. Рама клевая. Хорошая рама. Где-то здесь должны быть наши новиночки. Импульс новые тренажеры привез. Такие большие блины. Турецкие даже тренажеры делают. Очень много техноджима. Люди в пиджаках, как на Уолл-стрит. Продают продавцы тренажеров. Не бережете вы себя. Вы посмотрите на них. Хочешь накачаться, спроси меня как. Со всего мира, видать, привезли специалисты. Hi, guys. То есть это баланс там, баланс тут, баланс здесь. All about balance. Какая интересная хрень. Это все деревянненькое у нас продает М-фитнес. Тренажеры для богатых. Из осины. Total Gym. Чак Норрис рекламировал, помните это? Total Gym. Посмеялся. Некий спирит. Это как будто у всех одинаково. О, это как серфинг, смотрите, баланс, баланс. Как это устроено-то у него. Эк, эк, иди, иди. Вставай, вставай. Интересно. Шнель, шнель. Это прям явно какие-то немцы. Для физиотерапии оборудование. Качественно. Надо было форму спортивную принадеть и все пробовать. Интересная система тоже какие-то. Похоже, как для улицы. А может, это и есть для улицы? Да, дофига тренажеров. Тиффани. Много тренажеров хороших и разных. Дорогих и не очень. Но прикол-то в чем? Вот кто-то качается на дорогом оборудовании, а кто-то на простом. Недорогом. А разницы особо нет. Хоть на золотых тренируйся. Главное тренироваться. Регулярно, постоянно, хотя бы немножечко. Да, этих китайцев мы встречали в Дубаях. Вот они прям, даже сами китайцы приехали. Сейчас парень рассказывает, они в прошлом году, говорит, приехали, у техноджима все там пофотографировали, поснимали, и в этом году приехали, все то же самое, говорит, один-один, только дешевле в 5 раз. Жоуэйдер Олимпия, не желаете? Много китайцев хороших и разных. А, это корейцы, извините. Чай на чайну. Досидели. Что, первый день? У них второй, у меня первый. Заканчивается, было весело, всем спасибо. Они пиво пьют.
фитнес-бизнеса. Они все пьют пиво. Вся правда о мерзких тварях. What about that guy? He's here? Vitaly here, no? No, Vitaly is he will compete in Detroit this week. Yeah, Detroit. Yes. Эти хваты офигенные вообще, они такие удобные. Я в Японии встретил. Обалденные вообще. Ниндзя. Вот уличные это тренажеры. Это как у Маркелова, только деревянные. Тоже какие-то китайцы. Здесь мы на стенде Аэрофит, вернее Импульс. Компания Импульс производит оборудование, Аэрофит заказывает и продает в России под брендом Аэрофит. Работаю немножечко звездой. Вот, например, новая рама появилась. Новая, большая, шикарная рама. Оп, ебой. Спасибо за просмотр. Хорошая поездочка получилась. Собирайтесь, в следующем году также будет весело и шумно. И еще больше китайцев. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И за лучший коммент банку ПЦА. От Байта Кейса. I need you next to me. I know we fight, but I'll never be your enemy. I think maybe we could be a thing eventually. No matter what, I'ma always think it's meant to be. No matter what, I'ma always think you're beautiful. Biotech USA, the feeling of success.